Привет! А в этом видео мы с бабушкой Специей расскажем, как приготовить картошку по-французски с мясом свинины. Любимый овощ со свининой и под майонезом. Состав рецепта рассчитан на 4 порции. Картошка 6 штук. Свинина 300 грамм. Лук 1 штука. Майонез 200 грамм. Твердый сыр 200 грамм. Соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу. Основной этап приготовления. Французы тоже любят мясо с картошкой. У них есть свой кулинарный рецепт приготовления этого блюда. Мы называем его «картошка по-французски с мясом». Такая вкуснотища получается. Такая еда способна радовать нас каждый день. Итак, чтобы приготовить это блюдо, надо для начала помыть и почистить от кожуры картофель. Затем нарезать его кружочками, толщина которых не более 3-4 мм. Разделить картофель пополам. Положить одну половину на сковороду, которую предварительно нужно смазать маслом. Масло может быть любое по вашему вкусу. Картофель посолить. Затем взять свиные отбивные и положить их на картофель. Можно самостоятельно порезать свинину и отбить ее. Мясо посолить и поперчить. Оно должно полностью прикрыть картофель. Почистить и порезать на полукольца репчатый лук. Положить его на мясо сверху. Потом снова положить картофель, вторую оставшуюся половину. Посолить его, поперчить, посыпать зеленью. Затем необходимо потереть на терке сыр и посыпать картофель сверху. Смажьте все майонезом. Майонеза не жалейте. Поставьте сковороду в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Итак, мясо по-французски, по нашему с бабушкой рецепту, готово. Попробуйте и вы приготовить такую же картошечку с мясом по-французски, по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!